Москва. Город тех, кто всегда добивается цели. Сюда приезжают, чтобы стать миллиардерами, политиками, дипломатами или великими писателями. Алло. Издательство, слушаю вас. Здравствуйте, это Вячеслав Колотилов. Какой Вячеслав? Колотилов. Колотилов? Из Пальчиков. А, из города Пальчиков. Да-да-да-да. Я вам роман привез. Ужасный роман. Что? Отвратительный. Мы не будем его издавать, нет. Подождите, а может нет. Я... И вы знаете, я что его... один совет. Чтобы писать о любви, ее надо пережить, Колотилов. Ага, спасибо. Пожалуйста. Да, чтобы пережить, нужно ее сначала найти. Главное не отчаиваться. И однажды судьба меня с ней обязательно столкнет. Господи. Все, приехали. Я тебе тысячу раз говорил, посмотри под ноги, поцелуй. Куда ты едешь, ну? Таня, помоги. Купила права. Таня, ему плохо. А мне хорошо, да? Мужчина. Все, бабер подала. Вы слышите? Мужчина, вы слышите меня? Мужчина, как вы? Вы в порядке? Господи, какая красивая. Ой, слава богу. Я таких только в кино видел. Лежите, лежите, не вставайте, пожалуйста, не двигайтесь. В голливудском. Второй! Заезд на пешехода! Документы? Нет, вы сейчас не так поняли. Я пассажир. А кто за рулем-то был? Кто он? Невеста моя. Месяц за рулем, командир. Ну, сам понимаешь. Баба. Понятно. Гражданочка, ваши документы. Они в машине. Товарищ инспектор, помогите. Это моя вина. Я шел на красный свет и думал, проскочу, успею. А вот, как всегда, получилось. Как на красный? Молодец. Вот я же говорю, прямо на колеса взял человек и бросился. Ну. Тань, что ты врешь? Товарищ инспектор, пожалуйста, послушайте меня. Первый прием. Я не заметила красный свет. Так. Проехала и сбила человека. Так, ну что ты говоришь? Надя, ребят, 30 километров ехала, зеленый свет. Ну хамовники, ну ребята бросаются под колеса. Что вы подмигиваете? Я? Я не подмигиваю. Малыч, вызывает клен. Просто у меня глаз дергается после удара. Вы не слушайте ее, товарищ инспектор. Я виноват. Вам вообще в больницу надо. Мне не надо ни в какую больницу. Зачем мне в больницу? Зачем больницу? Мне не надо ни в какую больницу, товарищ инспектор. Я хочу себя чувствовать. Здоровый, нормальный. Да! Да! Иду! Че орешь? Короче, у вас претензии есть? Да, да. Я шел на красный свет. Шел. У вас претензии к девушке есть? Нет, а, тут нет, никаких нет. претензий. Ну тогда, командир. Пожалуйста, товарищи, ну разберитесь. Кому из вас надо в больницу, кому не надо в больницу. Проезжую часть освободите и приберитесь здесь. Сейчас все сделаем, хватит. Держи. Сейчас все сделаем, сейчас приберем. Ничего. Так, он написал, да? Простите меня. Я правда красный свет не заметила. Ничего. Ну, не заметила и не заметила. Держи. Спасибо. Красавец, а? Даешь. Нам всем адски повезло. Давай, поехали, Надь. Поехали. Простите. Надя. Угу. Ой, Слава. Я могу для вас что-то сделать? Конечно. Надь, ты замуж хочешь или нет? Там до двух заявления принимают. Как будто мне это надо. Но... Не выходите за него никогда замуж. Это не ваше дело. Чуть-чуть, Надь, побыстрее. Давай, а? Нам еще в автосервис ехать. Ну? Давай, поплыли, мамуль, давай. Знаешь, Дань, плыви один. Так, Надь, я не понял. Мы в ЗАГС едем? Ладно? Вам все-таки надо плыться. Вот, намного крепче. Ой, извините, я без спроса. Ничего, ничего. Ну и как вам роман? Нравится? Если честно, не очень. Какой-то у вас герой, не герой. Вы бы лучше про себя написали. Можно? Ой, что вы делаете? Вы абсолютно правы. Ой. Thank you.
хочу. И в нереальности полета забываю, где я, кто ты. Высоко лететь не страшно, остальное мне не важно. Любовь, вот главная тема, не важно, кто мы, не важно, где мы. Она не выбирает варианты и схемы. Любовь, вот главная тема, любовь. Романы сорвали 100 кран, теперь пристегнись. Все выше и выше, где башни и крыши уносятся ввысь. Там от заката до восхода моя любовь, моя свобода. На секунду сердце сбилось. Стоп, подруга, ты влюбилась. Любовь, вот главная тема, не важно, кто мы, не важно. Надюш, может, это сумасшествие? Я понимаю, что мы знакомы всего неделю, но я не представляю, как я буду жить без тебя. Ой. О, директор школы. Извини. Алло? Вячеслав Николаевич, вы куда-то совсем пропали. Я в Москве. А что вы там делаете? У вас ЕГЭ на носу? А, ну, понимаете, тут такое дело. Какое? Меня машина сбила. Что? Боже мой, вы живы? Вы в больнице, Вячеслав Николаевич? Нет, врач говорит, жить буду. Но нога в гипсе. У вас перелом? Да, перелом. Я так и знала. Вот пришлось задержаться на недельку, чтобы... А как же Алло? Школа? Возвращайтесь немедленно. Тебе надо возвращаться. Ай! Я очень хочу, чтобы это было наше последнее расставание, Надюш. Ты выйдешь за меня замуж? Я согласна. Кажется, ты все-таки торопишься. Ну, дай себе возможность немножечко подумать. Мама, мы уже все решили. А что, если он не приедет? Мама, это не передается по наследству. Как тебе не стыдно? А что, если Галчонок, перестань каркать. Ну, не у всех же женихи сбегают в день свадьбы, как у тебя. Я уверена, что такие женихи на дороге не валяются. Хм. Валяются, валяются. Чем Данечка не угодил? Ну, мам! Такой хороший мальчик. Недалеко от... Недалеко от... Колотуша, а ты не сбежишь, как мой отец? Шучу. Просто мама очень волнуется. Точка. Он опустился на самое дно океана. Там больше всего нужна его помощь. Поезд через полчаса. Какой поезд? Выезжаю. Вячеслав Николаевич, какой поезд на дне океана? О! Пассажирский. Сидоров, соберешь тетрадки и закроешь класс. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. Ванька!
Однажды после школьного вечера я по глупости проводил директора нашей школы до дома. Войдите. С тех пор она не дает мне прохода. Колотилов, какой вы внимательный. Спасибо. Спасибо, цветы. Заявление об увольнении. Помните? Присаживайтесь, Вячеслав Николаевич. Ну, подписать-то, конечно, нетрудно. Спасибо. Только как мы тут без вас, Вячеслав Николаевич? А я уже билеты купил. Вы сидите, сидите. Вячеслав Николаевич, школа вам всю себя отдает без остатка. А вы, значит, бежать. А разве школа не вправе рассчитывать на взаимность? Алла Андреевна, у меня через 20 минут уже поезд. Все о себе думаем. Нет. А если я не подпишу? Ну и не надо. Что? У меня свадьба в субботу. Какая свадьба? И цветы, извините, не вам. Извините. Спасибо. Счастливо оставаться. Вот так. Назад дороги нет. У меня вообще такой характер. Цель поставил, иду. Колотилов, садись, подвезу. Женись, что ли? Вячеслав Николаевич. Женись, Сан Саныч. Новую жизнь начинаю. Вот сейчас сяду в поезд и завтра уже в Москве. Ты только в вагоне-ресторане поосторожней. Я вот один раз поел, и на тебе, палка кишечная. Месяц с поносом в карантине провалялся. Никуда не выпускали. Так что поосторожней, а то прозрешь свою свадьбу. Ну, совет вам да любовь. Спасибо. Внимание, внимание, поезд «Мальчики Москва» отправляется с первого пути через 5 минут. Город «Мальчики» принимает чемпионат России по детскому футболу! Тихо, тихо. Куда идешь? Мероприятие. Так у меня тоже мероприятие. Ага, сейчас, свистну мэру, чтобы закруглялся. Добро пожаловать! Ну, отлично. Только чемпионатов всяких мне тут не хватало. Людям ехать надо, они тут хлопают. Давайте, давайте, заканчивайте. Наша дисциплина! Прекратите демагогию и показуху! Ты кто такой, мужик? Моя фамилия Трехголович. Я депутат Государственной Думы. Проверяющий комитета по физической культуре и спорту. Я не дам вам поставить под удар чемпионат России. Я не позволю бить нарушениями по регламенту. Товарищ депутат, а какое же у нас нарушение? Девятый. Бородатый. Кто там у вас тренер? Простите, 11-й. Сколько лет? 12. В глаза смотри, аферист. 16. Значит так, мэр, переростков этих щетиной наружу я дисквалифицирую, а этого оборотня в тренировочных штанах. А где он, кстати? А, так, прячемся, тренер. Мяч в офсайд, голову в асфальт. Извините. Как фамилия? Колотилов. Как? Колотилов. Такую футбольную фамилию позоришь. Значит так, мэр, если завтра Колотилов не выведет на газон новую команду из 12-летних игроков, чемпионат отменяется. В Москву он собрался. А кто здесь останется, если все в столицу рванут? Я тебя спрашиваю, мэр, кто футбол в стране будет поднимать? Товарищ депутат! Футбол – это государство! Государство – это футбол! Извините, пожалуйста, это какая-то ошибка. Я не тренер, я учитель. Что? Да, вот директор школы подтвердит. Алла Андреевна! Добрый день. Меня тут за тренера принимают. Вы скажите, кто я? Конечно, тренер. А кто же еще? Как? Опытный педагог. В стратегиях и в тактиках разбирается. Подождите, это завтра 9:30 приведешь команду не старше 12 лет. Вы понимаете, я не могу завтра. У меня вот билет на поезд. У меня свадьба в Москве. А, ну, другое дело. Значит, драпать решили. Нет, вы не так поняли. А подождите, что вы делаете? Билет оплатить. Паспорт изымаю до конца чемпионата. И тут было главное не испугаться. Подождите, это по какому праву? Молчать. Но я испугался. Депутат все-таки. Работайте, товарищи. На этом торжественная часть закончена!
Алла Андреевна, ну, у меня же свадьба, у меня же ждут. Да играете чемпионат и поедете в Москву. Хорошо, только я в футбол играть не умею. Ой, а зачем вам? Вы же тренер. Так, а когда же следующий поезд? Чемпионат срываешь, учитель. А? Сам тонешь и баржу топишь. Да мне ехать надо. У меня свадьба в Москве начинается. Свадьба, говоришь? Как же ты без паспорта женишься? Слушай, учитель, опытного тренера. У нас в чемпионате олимпийская система. Понимаешь? Нет. Ну как? Проиграл, вылетел и в Москву. Проиграл, вылетел? Ну, конечно. Найди до завтра в городе 12 нормальных ребят. Потом сливаешь игру и езжай на свою свадьбу с паспортом. Понял меня? Проиграл, вылетел. Совершенно точно. Хлыбустин. Колотил. Да, запомнил. Ну, спасибо. Давай. Гера, футболист. Боцман, барыга. Где же я возьму один из пацанов 12 лет? Нет, надо бежать. Девушка, ну может можно? Билет сейчас получить, а паспорт я потом поднесу. Нет, без паспорта нельзя. Совсем, да? Совсем. Эй, мальчик! Мальчик, ну-ка подожди. Ну-ка, телефон верни. Какой телефон? Телефон в кармане мой. Давай, давай, давай. Это что это такое? Так это ваш? Мой. Ну так бы сразу и сказали. Колотуша, паспорт не забудь. Люблю. Вячеслав Николаевич. Да? Пацан тут был. Не видел? Какой пацан? Да маленький такой. По карманам лазит. А, видел? Только лет 12. 12. Вот туда побежал. Вот спасибо тебе. Давай, лови. Вот спасибо. Тебе сколько лет? А что? Про чемпионат слышал? Я тренер, команду набираю. Тренер? Ты все в зеркале видел? А что? Так все, разговорчики в классе. Значит, назначаю тебя этим нападающим. А что, я-то? А кто еще? Чемпионат России, дорогой мой. Лучшие команды собрались. Вся страна болеет, понимаешь? И по телеку покажут. Да тут вообще вся пресса собралась. Я же из тебя звезду сделаю. Будешь у меня потом автографы на мячах раздавать. Друзья есть? Пошли. Пошли. Сумочку застегните. Сейчас по помойкам всякую шелупонь насобираю, завтра уточком проиграю и в Москву. Эй, пацан! В футбол пойдешь играть? Ты чё? Он же дикий. Всех боится, в башню прячется. Ну что стоишь, пошли. Дикий сгущенку ест. Да он сгущенку загрызет. А эти двое тоже дикие? Эти нормальные, не ерзай. Колотилов? Чума? Колотилов? Чича. Футбол играть умеете? Вон, вон она, ложи. О, чипсы. Слышь, тренер, а ты про прессу не обмануешь? А? Нет. Честная тренерская. А что это они делают? ДТП мутят. А. Теперь он всю жизнь будет на лекарства работать. 500 рублей хватит. Ему уже больно. Тысяча. Держись, брат. А у тебя все такие друзья? Черри. А ты не смотри, что они плечистые. Руки загребущие, ноги блестые. Голова полная. Алло, куда пошли? Быстро, пошли, пошли. Удачи, жулики, аферисты, лучшие артисты. Если ты повелся, вмиг карманы чисты. Если ты попался, то не обижайся. Давай побыстрее с деньгами расставайся. На верстке карты жулера шли смс на короткие номера. Научила жизнь друг друга. Она убит, не надо, а! Удача горит. Дяденька, Гербус. Иди отсюда, чумазый. О! Быстро. Ну тогда беги. Чё делаете? Ах ты, мать, пойду-ка! Это же арбуз на страхах! Стреляй!
трех глаза, три копчика. Дело есть. О, а это кто? Это тренер. Тренер, клади еще арбуз давай. Куда? На голову, на голову. На голову? Это да. А вы что, ребят, делаете? Че-че, арбуз воруем. Шухер, давай. Арбуз. Как воруем? Че стоишь, тренер, давай. Колотуша, привет, как ты? Надюша, у меня паспорт и билет отобрали. Как отобрали? Врачи. Я в поезд сел. Пошел в вагон-ресторан. Представляешь, такой голодный был. И вот там взял борщ, салаты. Хлеб белый. Боже мой, и что? И они нашли в них палочку. Какую палочку? Кишечную. Колиэнтерит. Поезд уехал, а всех, кто был в вагоне, ресторане, забрали в карантин. На неделю. Как на неделю? Ты представляешь, на 7 календарных дней. Но ты не волнуйся, я ничего не успел съесть. Ой, слава богу. Значит, ты едешь в Москву? Нет, пока нет. Я ж тебе объясняю. Нас тут заперли в больнице. Но врач мне сказал, если симптомы к утру не подтвердятся, он меня выпустит. И я утренним автобусом приеду. А когда автобус в Москву приезжает? Когда? Послезавтра. Как послезавтра? Ты шутишь? Что за свадьба делать? Надюша, ну раньше никак не получится теперь. Надюша, мне очень неудобно. Может быть, гостям так и сказать? Алло? Алло? Ладно, я, кажется, придумала. Да? Что? Как это? Поменять местами дни, а гости? Ну, буквально. Сначала мы отпразднуем с гостями, а потом распишемся. Не поняла. Как это? Да, а как это? Смотрите. Первый день как второй отметим, а на второй в ЗАГС. Так даже веселее. Да? Я так и знала. Копчик! Чё? Чума! Ну? Чича. Присутствую. Маратик и Ренатик. Тут. Четырёхглазадзе. Да, чего? Косой. На месте. Шпала. Я. Понял. 12 человек? Один в запасе. А, точно. Вас родители-то отпустят? Да нет у нас родителей. Беспризорники, что ли? Ну, главное, не футболисты. Значит, завтра 9 утра на стадионе. Кто опоздает, форму не получит. Ясно? Да! Здрасте. Сколько лет? 12. А чё? Настоящая дворовая команда. Утверждаю. Это что такое? Тактические наработки. Фото для прессы. Прошу вас. Да. Это чё, есть твоя пресса? Ты что, сборную России привел? Написано пресса, значит пресса. Так, чуть-чуть левее. Угу. Так. Угу. Ты мешаешь, отойди. Давай, иди. Да. Вот гол забьешь, тогда и сниму. Угу. Казалось. Улыбаемся и... Ха.
Дорогие гости, к сожалению, Слава не мог сегодня приехать. Все заразились в поезде, колентерит. Кишечная палочка такая. Слава не имеет никаких симптомов, он здоров. Поэтому сегодняшний ЗАГС всего лишь переносится на завтра. А сегодня, как бы у нас был второй день. Дорогие друзья, мы со Славой сделаем все, чтобы эта свадьба запомнилась вам как, самая необыкновенная свадьба, на которой вы были в своей жизни. Оркестр! Музыка! Дорогие друзья, сегодня на поле встречаются команды «Мальчики» и «Ростов». Игра идет по тайма по 30. Ага, 2 по 30 – это час, плюс перерыв, плюс 15 минут до вокзала. Отлично, успеваю. Начинайте! Эй, пресс! Фиксируй! Гарри, давай! Забивай, Гарри! Меня Надюша ждет. Не подведи, Ростовушка. Нервный, без матери. Поехали. Прощай, пальчики. Становись вперед! Базово, нет! Давай. Не защиту! Это что за хулиганство? Сейчас родители вызову! Вот. Давай, неси! Первый тайм закончился со счетом 2-0 в пользу команды Ростов. Объявляется перерыв. Ну что, весело, и молодцы. Колотилов, дай с мужиками перетереть. Мужики, соберитесь. Видели прессу? Если выиграем, наши фотки в газете мы печатаем. Да написали мы эти фотки. Что, не понимаешь? Вся страна... Надюша, я самый счастливый на свете человек. Теперь никто не сможет нас разло... Теперь главное не лохануться. Ребят. Ребят, вы чего? Кар, ты что им сказал? Все нормально, тренер. Не ерзай. Руками развела тишина. Давай, Надя!
ты очень красивая. Что ты здесь делаешь? Я маму поздравлю, поет. Мама, да? А ты пой. Привет. Боже мой. Серьезно, очень. Ой, здрасте. Спасибо. Здрасте. Проходи, садись. Ага. Свято место, пусто не бывает. Маратики, колесо! Колесо? И горячее по готовности сразу. Куда поставить? А вон на место жениха прям поставь. Ага. Четыре глаза за арбуз! О! Смотри, смотри, смотри! Опа! Арбузы воруем. Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья... Эй, кто-нибудь там! Победой команды «Мальчики» со счетом 3-2! Широкая эта свадьба была, места мало, небо было мало и земли. Следующий матч команды «Мальчики» состоится завтра в 9 часов утра. Победили! Ура! Молодец! А? Ну, молодец! Чутье у тебя на игроков! Самородки, Моцарты, таланты! А? Я же. Только тактика пока страдает. Давай вот, изучай. Вот, а чемоданчик свой выброси, выброси. Давай, мой дорогой, давай! Пойдем, товарищи, отпразднуем победу. Победу отпразднуем, товарищи. Здесь далеко. Я поздравляю, Вячеслав Николаевич. Ну, вы трубку, наконец, возьмите. Я больше так не вытяжу. Надюша, тут такое дело. Что случилось? Представляешь, мы только от пальчиков отъехали, поехали через перевал. И? Что? И случилась эта жуткая авария. А что, по новостям не показывали? Какая авария? Грузовик по встречке. Арбузы вез. Арбузы? Ну да, арбузы. Вот. И прямо на нас. Грузовик в... скалу? А мы в пропасть. Ну, нет, не совсем, а кувыркались. Покувыркались и зацепились за дерево. Вот, и повисли. Ты цел? Я, да. Один из немногих, Надюш. Ну почему ты мне не позвонил? Надь, я телефон уронил. Выронил, а там уже, понимаешь, искать не было времени. Вытаскивали людей, детей, собак. Женщин из огня. Вывозили всех в больницу. В пальчики. В пальчики? Да, Надюш, я снова в пальчиках. Знаешь, если бы кто-то другой сказал, подумал бы, врет. Надюш, ты держись. Я боюсь, еще на один день придется перенести. Что? Алло. Алло. Алло.
Слава попал в аварию. Он спасал детей и женщин. И я хочу поднять бокал за моего, за нашего героя. Надя, он не приедет. Заканчивай этот цирк. Мам. Здрасте. Не жарко в пиджаке-то? А я до третьего гола пиджак не снимаю. Примет плохая. А ты где их взял? На улице. Беспризорники. Опа. Ну, попал ты, учитель. Беспризорников голыми руками не возьмешь. Так как вроде футбол-то никто не учил играть. Их жизнь научила. Пошли, 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 пошли! 4-11, давай! Ай! Ава! Тут нужна военная хитрость. Десятка твой, капитан. Ага. Все голы забил. Убери его, они не выиграют. Ух ты! Прикольные фотки получились. Да, здорово вы их. Слушай, а ты из какой газеты? Я не из газеты, у меня свой блог в интернете. Блог? Угу. А чё, из газет нет никого? Они на финал приедут, чемпионов снимать. На финал? Может, его заменить? Райголович не даст. Угу. Ладно. Держи. Найдешь в любой аптеке города. Средство надежное, проверенное. Ха. От поноса еще никто не умирал. Запомнил? Думай, думай, Колотило. Угу. Спасибо. Давай, 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 давай. Пошли, пошли, пошли. Ну и методы у них в большом спорте. Давать детям слабительное. Это же надо додуматься. Теперь понятно, почему наша сборная все время проигрывает. Нет, каждому ребенку можно найти подход. Все объяснить и договориться. Главное, объяснить. Все они следят за мной. Они не к добру, спокойно, все вокруг. Да я сам проголовал, сам забью. Пошли, базар, пацаны, рыба готова. Кирик, я жареную картошку давай. Если там нет, три. Кара, привет. О, тренер. А, разговор есть. А, садись. Кара. О, Саша. Понимаешь, у меня сейчас такие обстоятельства в жизни. Мне нужно... Ну, в общем... В общем, если вы завтра проиграете, я... Не волнуйся, тренер. Теперь мы ни за что не проиграем. Нам с мужиками в финал нужно попасть. Да я им все объяснил. Что объяснил? Да все. Завтра выиграем, по-любому. Выиграете? Выиграем. Не парься. Ну что ж, большой спорт, так большой спорт. А? Спасибо. Мужчина! А? Ой, спасибо. Не больше одной капсулы в день. Понос будет жуткий. А точно будет? Будет, будет, страшный. А? Спасибо. Ой, Надя, если бы я тебе рассказал, что происходит на самом деле, ты бы мне точно не поверила. Так, пацаны, давай-ка взбодримся перед уроком. А, перед матчем. По одной бутылочке взяли. Так, давай, давай. Кар, твоя. Я уже пил. Давай еще выпей. Не хочу. Давай, через не хочу. Этот твой любимый, как его, Шершавин. Аршавин. Ну вот, он по две бутылки газировки перед матчем выпивает. Понял? Что, правда? Ну, конечно. Газ он поднимает и... Энергию дает. На. А вы знаете, Галина Александровна, а я в последнее время что-то вспоминаю, как по стадии маленькими были. Помните? Как не помнить, да? Вы всегда хорошо смотрелись вместе. И в школе, и в детском саду. Ну, это знаете ли. Ну, Надь, ты всегда была красавицей. Как ее мама.
спасибо. А я вот вспоминаю, когда она уезжала в Англию учиться, и всем классом ее провожали. И ты принес букет желтых роз под цвет ее платья. А я не помню. А помнишь, ты в Лондон уезжала, по-моему, а я в аэропорт тебя провожать приехал, на тебе такое желтое платье было, помнишь? Правда, помнишь это платье? Да. Я все помню. Все, все. Сегодня на поле встречаются команды «Пальчики» и «Арзамас». Плохая примета. Порвем их, как ростовчан! Сейчас потихонечку проиграем, и все. Главное, чтобы обошлось без шума и крика. Мальчики! Чемпион! Вячеслав! Николаевич, я с вами! Мальчики! Чемпион! Арзамас! Арзамас! Пора закидывать! Доза, что ли, маленькая? Кара! Молодец, на! Подзарядись! Только что пил! Ну вот, видишь, как помогает! Прикольно. Вышли, вышли, выходим из зоны! Меня Кара, Саша. Эй! Это не нарушение? Нет, все по правилам. Ну что ж ты? Подделка, что ли? Ты! Дай еще газировочки зарядиться. Конечно, а? Похоже, понос. Подождите! Подождите! Все, жених ставим! Жених! Да, невеста бежит! Ага. Да, давай, давай, давай! Спасибо! Ага. Ох, а ну-ка, тихо. Потерпевший. Доехал все-таки. Ну-ка, подожди-ка. Тихо-тихо-тихо. Стоп. Стоп, подожди. Давай-ка вот здесь встанем. Надюш, мне даже не верится. Я здесь. Успел. А мы там этому Арзамасу так продули. По полной. 2:10. Представляешь? Но даже если нападающего ты убрал... Убрал. Но как же вам голы забили, если копчику вратаря вашего весь Арзамас боится? Копчика? Чтобы больше я тебя тут не видел! И своим передай.
Хорош, копчик. Первый тайм закончился со счетом 2-0 в пользу команды «Пальчики». Объявляется перерыв на 15 минут. Ну что, Колотилов, вратарь твой, зашугал просто. Труба дело. Не женишься ты. Может, это... Чего? Ну, что, бери. Два поноса – это уже криминал. Может, заменить из тактических соображений, а? Есть на кого? Ну, найди какое-нибудь решето, чтобы сам всех шугался. Понимаешь? Там есть один. Здрасте. Москва. Центральный административный округ. А, ЦАО. Вот и шел в это ЦАО со своей командой работать. Здесь никаких договорников не допущу. Ти-ти-ти-ти, Юрий Петрович, вы что, какие договорники? Это вам показалось. Это у вас нервишки шалят. Это у вас в Думе работа нервная. Пойду я, Колотилов. Не связывайся с ним, Колотилов. Я это жулье насквозь вижу. Я еще выведу его на чистую воду. Сдачи не надо. Заменить вратаря. Как же я сразу-то не догадался. Как же его зовут-то? Алик? Гарик? Дарик. Точно, Дарик. Эй, мальчик, на. Бери. Вкусно. На. Стой, 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 стой. Оп. Пойдешь со мной на стадион? После игры получишь еще одну баночку. М? Концентрируется он, ясно? Сядь на место. Ты чё? Ты чё? Слышь, братан! Не лови! Твои ворота! Мяч чужой! Не пускай! Втыкай! Центру! Он сам разберется! Вы мне вратаря не отвлекайте! Смотри, за эту линию заходить нельзя. Понимаешь? Ну! Гости, у нас за столом сегодня не хватает очень важного человека. Это Надина бабушка Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна сейчас находится в больнице, она лечится, но скоро выздоровеет. А у нас с вами, благодаря новым технологиям, есть возможность поговорить с Татьяной Ивановной. Татьяна Ивановна! Бабушка, как ты? Мамуль, привет! Как видишь, вы у меня красивые. Что невеста, что... Ой, жених. Нет, 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 нет. Вот смотрю я на вас, и сладкие слезы катятся у меня по щекам. Только отчего-то мне немножко горько.
Горько. Горько. Пускай косой бьет! Косой? Так разговорчики! Вот! Косой! Косой! Чего? Цеси меня! Чего? Меня, говорю, цеси! Ага. Это что он делает, а? Он целился в ворота, а попал в туалет. Сейчас Карик отбежит на такое же расстояние, косой будет целиться в Карик. И попадет в ворота. И я попал. Отличная команда. С характером. Главный тренер какой? Он. Держитесь за этого человека. Самородок, талантище. Чтобы он до финала в Москву свою не сбежал. Что там делает? За тебя отдувается. Ну ты где? Надюш, тут вот какое дело. Пошли! Молодцы, веселей! Точно молодая кукуруза. Здравствуйте, Вера. Славик, ты женился или нет? Ага, женишься тут. С таким настроем эти гады всех обыграют. И что потом? Чемпионат Европы? Мира? Так я никогда не женюсь. Чтобы победить, в смысле проиграть, нужны решительные меры. Ага. Ну как? Заходи. Герман Валерьевич, я и так, и сяк, а они все равно и выигрывают. Осторожно. Настоящим тренером колотилом за два дня не станешь. А? Жарик, ну, давай. Не стесняйся. Знакомься, друг мой Георгий Иванович. Здрасте. Здоров. Ну и рожа, чистый уголовник. Да, мы с Германом Валерьевичем 10 лет вместе отсидели. А звонка до звонка. За одной партой. Суши будешь? Спасибо, я сладкое не очень. Герман Валерьевич, мне паспорт мой нужен. Ну, у меня свадьба уже два дня идет. Если мои завтра снова выиграют, то уже и... Ты тренер? Послушай, ты тренер? Вот и тренируй. Тренируй их так, чтобы они утром ни рук, ни ног не чувствовали. Замучить их надо. Понимаешь, Колотилов? Замучить. Ну, как же замучить? Это же все-таки дети. Москвичи рвешься, а детей жалеешь. Жестче надо быть. Слышишь, Колотилов, как жизнь. Жестче. Слушайте, так у меня же в порту сухогруз стоит под разгрузку. Коней привезли, в ночную смену грузчиков не хватает. Так пусть его и разгрузят, заодно потренируются. Ничего не откладывай на потом, держи хвост пистолетом. Надя, из тюрьмы меня скоро выпустят. Люблю.
тебя. Наденька, когда-нибудь я напишу об этом книгу, и ты меня простишь. Давай быстрее. Ну сам таскай. Блин, подошва оторвалась. Сейчас ноги отвалятся. Тренер, полегче, не можешь что-нибудь придумать? Отличная нагрузка на все группы мышц. Продолжаем тренировку. Ты что тормозишь, обезьяна? Шевелись давай. Раньше сядем, раньше выйдем. Отстань от него, Кара. Пока ты с родителями по Макдональдсу на Мерседесе катался, он с собаками заодно лужи пил. А что, завидно, да? Какой Мерседес? Врет все. Я вру, да? Ну что такое? Ну, все? Вы что? Ну-ка, руки друг другу пожали? Не буду. Руки пожали друг другу. Дай молодым подраться нормально. А, где Дарик? Убежал. Убежал. Усложняю задачу. По два ящика каждый взял и пошел. Давай, давай. Почему? По качану. Раз, 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 два, три. Раз, раз. Раз, два, три. Потянулись. Потянулись, четверка. Опа. А ты что здесь делаешь? Вратарь мой вчера с тренировки ушел. И че? Если не запереть, все мячи сегодня возьмет. Колотилов. Молодец. Прости. В чем дело, тренер? Играем, как умеем. Где вратарь? Не пришел. Отыграемся. Во втором тайме отыграемся. Смотри, Колотилов, в жизни вторых таймов не бывает. Угу. Ты чего? Колотилов, придумай что-нибудь. Это ж просто футбол, Кара. Это игра. Нам выиграть надо. Чтобы газеток напечатали. Да, и по телевизору в новостях. Славы хочешь? А чего? Чтобы родители увидели. Чтобы узнали, какими мы стали. Чтобы мамка моя с папкой поняли, что зря меня бросили. Я думаю, мы выиграем, а мы так. Фу! Это не вы. Фуфло. Да, всю сумму на мой счет сразу после финала. Ein Minut. Ну что, Колотилов, все по плану? Нет. Будем выигрывать.
свадьба. Придется отложить. Колотила, ты сдурел? Ты думаешь, они тебе спасибо скажут? Они же срань, шваль, понимаешь? У них одна дорога в колонию. Руку уберите, пожалуйста. Колотилов, если они выиграют, я тебя сотру, как вошь на расческе. Понял? Ну-ка, остынь. Так, это что? Это вы куда собрались? Прости нас, Кулачёв. Мы тебя реально подставили. Так, вы это... Давайте форму обратно надевайте. Давайте, давайте, давайте. Копчик. Отстань. Ты что разбросался? Давай, одевай. Так, шпала. Давай, давай, давай. Нам еще второй тайм играть. Ребят, вы что? А что нам этот второй тайм? Позориться только. Пошли, мужики! Это я Дарика запер. Чего? Что он сказал? Крыша, походу, поехала. Тренер, все нормально. Все путем. Я запер, Кара. Я. И поднос твой. Извини, это я тоже устроил. И разгрузку эту ночную специально сделал, чтобы замучить вас побольше. Вы поэтому сейчас проигрываете? Я что-то не понял. Ты что, больной, тренер? Тренер, не надо нас жалеть. Не маленькие. Не верьте. Ну, пожалуйста, читайте. Две капсулы перед матчем в газировочку. Слабилин. Ты что, тренер? Да я не тренер. Я учитель. В школе. У меня свадьба в Москве. Невеста ждет, понимаете? А тут такое началось на вокзале. Паспорт. Депутат забрал и тренером назначил. А я какой это тренер? Мне объяснили, олимпийская система. Проиграл, вылетел. Я-то думал, наберу пацанов и... А вы как начали выигрывать? И так вот, дальше пошло-поехало. Короче говоря, я... Попал ты, учитель. Ага. По полной программе. Простите меня, пожалуйста. Я так больше не буду. Ну и гад же ты говорил! Ой, Надя, Надя, Надя. Ты сейчас ничего не говори, послушай меня, я тебе хочу сказать несколько слов. Я тебя очень люблю. Мне без тебя очень плохо. Не выходи за него замуж. Пожалуйста. Ну что ты плачешь? Я сейчас сам заплачу. Нет, так по-человечески обидно стало. А потом я думаю, ну, а... мы люди-то взрослые, чего обижаться-то? Все равно ничего не изменишь. Вот промчались тройки, звонко и крылато. И дыхание весны шло от них. И стоял я совершенно неженатый и жалел о том, что я не жених. Ну
Тогда где ты прячешься, учитель? Колотилов. Вот ваш паспорт. Можете ехать. Простите меня, пожалуйста, Вячеслав Николаевич. Тренер жив? Пошли, второй тайм. Пошли, пошли. Второй тайм. Удачи. Спасибо. Угу. Правильно, Даня. Пошутили и хватит. Надо прекращать это безумие. Позвони ему. Да. Поговори по-мужски. Да. Чтобы он навсегда оставил нашу Наденьку. Угу. Хорошо. Хорошо. Ну, давай. Колоть уже. Алло. Алло, кто это? Надя, это Алла. Извините, я ошиблась. А я хочу поднять тост за жениха, которому мы уже целых 3 дня, но я верю, что совсем скоро он сам расскажет. А давайте мы ему позвоним. Ну точно. Ну просто так, возьмемся и позвоним. Ну да, не надо. Ну, жених же. Давайте, микрофон дайте. Давай. Надь, возьми телефон. Возьми телефон. Набери. Ну, может, помощь нужна? Мало ли. Сейчас. Нет, давай микрофон прям. Вот так. Что, все слышали? Жениха. Алло, это Надя? Простите, вы кто? Вячеслав Николаевич не может сейчас подойти, он с нашими мальчиками в футбол играет. Надя, вы слышите меня? Надя, алло? Алло, алло? Надя? С какими мальчиками? Вы меня простите, пожалуйста. Это из-за меня он не может поехать на свадьбу. Я никак не могла его отпустить, Надя. Вернее, я могу объяснить, но... давайте я ему перезвоню попозже. Хорошо, спасибо большое. Знаешь, я готов все забыть. И стать твоим мужем. По минутам осыпается ожидание невозможного. Словно утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестность. Здесь так долго друг друга искали мы, и, наверное, пропали без вести. Проститься нету сил, закрывай. Я глаза закрываю, сквозь туман плываю. Попробуемся все проститься за потери, потеря. За дождями метели перелетные птицы простятся. Недосказанно и недослушанно сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Зачем? Матч закончился победой команды «Пальчики» со счетом 4-3! Надюш, привет. Я хочу тебе во всем признаться. Тут... Такое дело? А, да, такое дело. А у нас чемпионат страны по футболу. Да, говорила я с твоим чемпионатом. У нее очень милый голос.
Алло? Редкий подлец. Авария, тюрьма. Коли этот интерит. Я с твоим отцом так долго не церемонилась. Не пришел в ЗАГС, все. Прощай. Свободен. Что он тебе тогда сказал? Да ничего. Я его даже слушать не стала. А если у него что-нибудь тогда случилось? Что? Чемпионат там какой-нибудь? Наденька, ну... Да ладно, тренер. Бабы всегда так. Сначала обижаются, потом сами прощения просят. Не ссы. Если выиграем, она сама к тебе прибежит. Угу. Смотришь на них и понимаешь, тебе пора. Открыты двери, разделены шансы. Поровну выходит жизнь, это просто такая игра. И как бы временами не было трудно, но рук опускать нельзя. Найди минуту, посмотри вокруг, с тобою твои друзья. И победа за нами, да, победа за нами. И победа за нами. Алло, Надюш, я не знаю, услышишь ты или нет это сообщение, но я очень надеюсь, что услышишь. Я виноват. Очень. Я должен был сразу сказать тебе всю правду, но, Надюш, я испугался. Но я все смогу исправить. Надюш, я обещаю, я люблю тебя. И диск с камеры наблюдения тоже сперли. Вот такой же. Какое количество груза похищено? 457 ящиков. Охрана говорит, что видела каких-то пацанов. Пишите заявление. Уже написал. Дорогой коньяк? 200 УЕ бутылка. Ничего себе. Ограбление. Нет, ну, конечно, уверен, что не они. А у нас в это время у них тренировка была. Да, ночная. На все группы мышц. Ну что? Я думаю, что этот диск очень заинтересует милицию. Тих, тих. Гад, это ж ты их подставил. Нет, Колотилов, это ты их подставил. Разве не ты спешил поскорее уехать на свою свадьбу? Послушай, учитель, смотри, если завтра твои выигрывают, ты их прямо во время матча мусора грузят в автозак. Понял? Прям перед телекамерами. А? А потом упакуют в специнтернат. Года на 4. До совершеннолетия. А завтра все газеты напечатают о том, что за команду города Пальчики играла группа малолетних преступников. Напечатают? Напечатают. И фотографии в разворот. Профиль и анфас. Плакали тогда их родители. Ты откуда про родителей знаешь? Знаю, Колотилов. Я сам в детдоме вырос. Ко мне немцы приехали. Если мы выиграем чемпионат,
50 тысяч евро за голову дают. Это серьезно. Я их 5 лет готовил. Колотилов, это мой финал. Делай, что хочешь. Снотворное, слабительное, клизмы. Запри, закрой, замучай. Но они не должны выиграть. Ты понял меня? Не должны. Ты понял? Ты точно понял? Понял. Вот так. Теперь иди. Остынь. И подумай. И все снимала камера наружного наблюдения. Диск с записью у Хлопустина. Если мы завтра выиграем, он этот диск обещал в милицию отнести. Гад. Урод. В общем, дело серьезное, надо проигрывать. Колотилов, ты же сам говорил, что в жизни вторых тамов не бывает. Говорил. Но сейчас выхода нет. Валить надо, пацаны. Сам вали. А что делать-то? В тюрьму на нары. Посмотрите, родители, какими мы стали. Чума. Мне идти некуда. И тебя поймают на раз. Че бегать зря? Я думал, выиграем. Родители за мной приедут. В Москву заберут или в Питер. А я отца с матерью никогда не видел. Если бы напечатали фото в газете, может быть, и нашли бы. А я бы в Грузию поехал бы, к дедушке. Тебя все равно без паспорта не выпустят. А я бы газету пограничника показал бы с фотографией. Замолкните, пацаны. И так тошно. Своровать этот диск надо. Не получится. Он на корабле. В сейфе. А ключ где от сейфа? У него в пиджаке, в кармане. Карла, вытащишь? Чумолопатник пытался у него подрезать. Без мазы. Чего? Кошелек пытался украсть. Не получилось. Ага. Стоп! Есть идея. Нам надо пропустить 3 гола. 3 гола? Чего? Угу. После 3-го гола он снимает пиджак и вешает его на скамейку. Понятно? А чего после 3-го-то? Ну, я не знаю, примета у него, что ли, такая. Пока команда не забьет 3 мяча, он пиджак не снимает. Главное, чтобы он ни о чем не догадался. Сегодня на поле в финальном матче за звание чемпиона России по детскому футболу встречаются команды «Пальчики» и «ЦАО Москва». Значит, завтра выходим на поле хромая. Пускай думает, что я замучил вас тренировками. Ясно? Копчик, ты на воротах. Как будто я Дарика снова забер. Центральное телевидение транслирует сегодняшний матч. Пропускаем 1-й гол. Но! Но! Копчик, делай вид, что у тебя нет сил вообще. Значит, после 1-го гола, Кара, бежишь в туалет. У тебя понос. Опять! Снова. Ну ты даёшь. Пропускаем 2-й. Эй, не бойся! 3-й. Нет! И вот после 3-го гола он снимет пиджак. А если не снимет? Не снимет? Ну да. А вдруг не снимет после 3-го? Что-то холодно сегодня. Гениально, Алла Андреевна. Что-то холодно сегодня. Но любовь согреет. Согреет. Точно? Давай, 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 давай! Давай, восьмерка, а то я тебя на скамейку посажу! Пошел сам! Сам пошел!
Первый тайм закончился со счетом 3-0 в пользу команды ЦАО Москвы. Объявляется перерыв на 15 минут. Только ради детей, Вячеслав Николаевич. Спасибо, Алла Андреевна. Вы остаетесь за тренера. Как только диск будет у меня, я сразу же вам позвоню и начинайте забивать. Что? Выигрывать. Хорошо. Ja, wunderschön, wunderschön. Очень хорошая команда, очень хорошая, ausgezeichnet. Natürlich. А вы еще девятку не видели? Не, Лучано Спалетти телефон оборвало. Это новый Горинча будет. Как говорил, Германия будет очень хорошо. Как говорил, визы готовы. Они приедут в август. Да. От шалава. Да. Сейчас, немцы, подождите. Держи. Андреевна, забивайте. Да, диск у меня. Ура! Забиваем! Гарик, пошли! Давай, Гарик! Я открыт! Застой! Смотри, сейф открыт. А, на грабеж пошел, учитель. Тебе понравилось, да? Все, приплыл Колотилов. А ну, сюда! Жора, под твою ответственность. Да! Алло. Забили, забили. Вы пока не забивайте. Сидеть. Алло. Ты, я не вам. Вы не забивайте, я говорю. Я два раза повторять не буду. Это не вам я. Хорошо. Вы пока не забивайте. Да поняла. Это вам. Ладно. Кара! Отбой! Всем защиту! Понял. Морячок, чё? Остынь. Ай! Учитель!
Надюша, здравствуй. Получается, про футбол это правда? А давай попозже поговорим? Нет, давай сейчас. Я тебя 3 дня жду. Надюша, это я виноват. Но сейчас они, понимаешь, должны выиграть. Это беспризорники. Они уверены, что если они выиграют, то родители возьмут их обратно. Ты меня понимаешь? Я по тебе так соскучилась. Надюша, я... Беги, Колотилов. Беги! Беги! Основное время матча подошло к концу. Добавленное время 1 минута. Колотилов! Стоять! Здесь твои пацаны нужны! Мне нужны! Мы в футбольную школу устроили. За них Саша взялся. Ну, Киржаков. В общем, тренируются теперь. К 18-му году как раз мастерами станут и чемпионат выиграют. Если, конечно, никто мешать не станет. Все это делать, и вы такие хорошие, и что вы меня сюда привели и дали мне шанс фильм в русском делать. Предлагаю так мне. Мила, мы спасибо большое. Глаза закрываю, смеюсь и мечтаю, куда-то лечу. Не смотрю на догоны, все так, как хочу. Мальчиков. Ты никакой мне не можешь. Ты никакой мне не можешь. Никакой ты мне не можешь. Да 20 раз уже сказала, что ты мне повторяешь, что в очередной раз, что ты унижаешь меня перед ним. Краб кастрирован. Ну, убери.
теперь пристегнись. Все выше и выше, где башни и крыши уносятся ввысь. Подруга, ты влюбилась, любовь. Вот главная тема, не важно, кто мы, не важно, где мы. Она не выбирает варианты и схемы, любовь. Вот главная тема, любовь. Вот главная тема, это аксиома, а не теорема. Просто нужно, чтобы сердце пело, любовь. Вот главная тема, любовь. Thank you.